Жил-был мальчик. И жила-была девочка. Началась война, и они стали переписываться. Ну ты себя видела? Вы сравните. Они же с Ингой прямо как друг для друга. Друг для друга, а если он умный? А если такую? Не буду ему фотографию посылать. Никакую. Внешность не самая сильная сторона Кати как личности. Мальчики, письмо. Да он мне такой воображает. Ужас. Как ужас. Смотри, какая красавица. В том-то дело, что красавица. Девочки, я не пойду. Еще лучше окажется, чем он ожидал. Я не пойду. Пойдешь. Фир, нет. Не пойду. Сама рисовала? Нет. Нет. Жених Лоцкий. Ты сейчас встречаешься с молодым краснофлотцем, который отправляется на войну. Но ты должна думать о том, с кем встречается он. С девушкой, которая трудится, учится. Да-да-да, я все поняла, тетя Лида. Показать дневник, грамоту за учебу, сесть в разных углах комнаты и читать вслух учебник химии. Это письма вот от этого самого моряка некой девочки по имени Катя. Кстати, тоже Катя. Почти судьба.